Женщина, вот ему бы, как сказать, леща бы как дать. Thank you. Спасибо. Что завтра шурпу готовить? Вау, круто. Стримчанский запущу потом. У меня сын, мам, я, говорит, гелик хочу, купи мне гелик. Ты говоришь, что? Сын говорит, какой гелик? Спасибо, спасибо. Я его сфоткала возле серого гелика. А он это. Все, Владимир, пока-пока. Спасибо огромное, спасибочки большое. Говорит, я хочу черный гелик. У меня столько денег не хватит, чтобы его купить. Гелик. Да. Всем привет. Не зарекайся. Чтоб не зарекаться. Чтобы это купить. Вот так. И надо найти работу, где будет заработок прям шикарный. В нашем городе таких заработков нет, поэтому я не зарекаю, что как бы, ну, у меня в планах нет такого. Мужа богатого найти. У тебя как настроение? Hello, good. From Mexico. Hello, hello. Влад, привет, как дела? From Russia. Не зарекайся. Ну ладно, не буду зарекаться. Время покажет, как оно вообще будет. Биг, биг, биг. Все добро. Это хорошо. Привет, привет всем, ребят. С России. Спасибо большое, спасибо. О, Александр, привет. Город Новокузнецк. Спасибо, Антон, спасибо огромное. Антон, как погода? Так, сейчас мне надо телефон хоть в этот, в телегу зайти. Телеграм. Я пропадала.
Нифига себе. Все хорошо. Ездил в другой город отдохнуть с сыном. Что? Что? Привет. Чего нифига себе? Ребята, как дела? Так, сейчас. Мне телефон помогает. Все хорошо, спасибо. Сейчас. Что мне телега не работает? Что мне уже спать, Лёха?